Ребят, хочу вам показать, как работает медогонка. Вот так я сделал, пока вот такой временный шкивок. Рамки стоят у меня уже. Вот, мотор на 220. Также есть реверс. Вот. Вот тут, вот, реверс. Вот такая кнопка. Но я ее пока не использую. Сам вот блок управления себе выставил, его метку. Там плюс-минус, больше не надо. Через удлинитель. И вот у меня еще вот такой блок управления. Включение-выключение питания. Ну, сейчас я вам покажу. Вот так я на кнопку нажимаю. А, и вот двигатель сам пошел. Крутится. Средние обороты такие. Вот, вы видите, да? Медогонка крутится вот так. В принципе, не шатается. Если немножко баланс не соответствует, я скорость сделаю меньше, и тогда она меньше ходит. А так, если рамки по отношению сторон и по объему меда одинаковы, то, в принципе, никаких дерганий нету. Вот, вот так крутится, не спеша, пока я распечатаю рамки, в принципе, нормально, меня устраивает. Единственное, только поменяю вот этот шкив, другой немного, под плоский ремень, и все будет классно. Вот так, в принципе, его крутится, медок течет потихоньку, вот так. Вот такие вот дела.